Приветствую всех! С вами Екатерина Пирожкова, мастер спорта международного класса, тренер с опытом более 13 лет. Вместе со школой гимнасток мы продолжаем серию разборов выступлений спортсменок. За что ставят оценки в художественной гимнастике, за что снимают баллы, что засчитывается, а что нет? Ответы на эти вопросы в наших детальных разборах. Ну а вначале по традиции полный просмотр выступления гимнастки. Здесь у нас вертушка прямо на кончике стопы, и сделана она хорошо. И здесь выход в поворотик. Вот этот поворотик надо делать на половину оборота, минимум. Потому что если будет не докручен этот элемент, он не засчитается. Давайте посмотрим еще раз. Да, я бы зафиксировала поточнее все три формы. Первую с прямой ногой, прям пауза. Вторая с ногой в шпагат, задним, пауза, и потом поворот чуть-чуть, и еще больше докрутила бы, чтобы уже наверняка и точно этот элемент был засчитан. Вообще всегда, чтобы повороты были засчитаны на то количество оборотов, которые хочет гимнастка, нужно крутить больше. Либо на целый тур, либо на полтура, но обязательно это должно быть чуть больше, чем кажется, потому что кажется, что скрутил. На самом деле нет, потому что поворот считается с момента принятия формы. Давайте посмотрим, куда гимнастка приняла форму. Уже в диагональ. Видите? В диагональ. И здесь даже половиночки оборота нету, потому что она только приняла форму и сразу опускает. Здесь надо прям уходить на целый, чтобы засчиталась половинка. Хорошо, это был риск, и он засчитан, потому что два вращательных под броском было выполнено хорошо. Но сам кувырок, который был сделан после ловли, он уже не вошел в подсчет ни вращательных, ни смены уровня. У нас нету здесь в риске дополнительного критерия, потому что здесь нужно ловить уже прямо в кувырок этот бросок. Ну и посмотрим, что с переходом. Смотрите, после одного элемента шаг-шаг и выход на риск. То есть нету логики никакой, нет танцевального движения. Из-за этого может быть сбавка в артистике за отсутствие логики. Потому что два вот этих шага перед броском были необоснованы. Здесь нужно сделать танцевальные шаги, чтобы это было засчитано. Точнее, чтобы просто не было сбавок. Шине – это под броском вращательное движение нужно вращать на носках, чтобы очень хорошо, чистенько было выполнено это движение. Иначе будет бабка за то, что гимнастка ходит на всей стопе. Вертушка на колесе – это хорошо. Равновесие панше – хорошо. Вот здесь я бы порекомендовала сделать четко сначала форму кольца, а потом уже начинать вести обруч. Потому что вот обруч пошел назад в момент, когда гимнастка просто переходила в эту форму.
Но, в принципе, равновесие фиксировано, и оно защитно. Просто зрительно судим непонятно. Сначала встань в равновесие, потом четко сделай работу, потом красиво выйди. И здесь, смотрите, стояла гимнастка в одну сторону, раз, развернулась и пошла на разбег в другую сторону. Опять же, нет логического какого-то перестроения с одного ракурса на другое. И это отсутствие логики движений. То есть здесь нужно сделать яркую точку и перейти в волну, и перейти, сменить направление, а не просто развернуться. Здесь у нас риск, и выполнен опять два шине. Обратите внимание, здесь не было козликов или подпрыгиваний. Это о чем говорит? Шине – это вращательное движение на всей стопе вокруг себя. Если это движение повторяется в риске, то этот риск не засчитывается. Здесь была ловля, это достаточно дорогой риск, хотела гимнастка для себя поиметь, но он не засчитывается. К сожалению. И здесь засчитался и переворот, и вращательный, и ловля очень сложная, которая должна была дать гимнастке дополнительные надбавки в оценке, но из-за того, что шине повторялось, вращательный под броском, это не будет засчитано за риск. Здесь надо было сделать два козлика с подпрыгиванием. Танцевальная дорожка. Здесь непонятный элемент, что хотела сделать гимнастка, просто мах и взять предмет. Это не вертолет, не элемент, это просто подъем обруча с пола. Ну и большая пауза. Смотрите, если это танцевальная дорожка, то каждый шаг должен быть без паузы. Если это волна, то она должна быть обозначена как волна и входить в часть танцев. И здесь вот очень важно это соблюдать правила при выполнении танцевальных шагов, чтобы не было остановок и пауз. Здесь была явная пауза, как будто танцевальная дорожка уже закончилась, и потом она что-то опять протанцевала, гимнастка. Здесь, конечно, дорожка не засчитается. Прыжки выполнены хорошо, есть касание и шпагат, но лучше поднять ногу еще выше и сделать все-таки больше одновременного принятия форм двумя ногами. Смотрите, и когда одна нога согнулась и начинает выпрямляться, вторая нога поднимается и происходит качалка. Одна согнулась, классно, есть касание, вторая поднимается, первая уже разгибается. Вот здесь, в момент, когда вторая нога доходит до параллели, первая нога должна быть согнута. Если идет поочередная работа ног, сначала одна согнулась, потом вторая поднялась, то этот элемент просто не будет засчитан, потому что нет формы в полете, нет шпагата и касания одновременно. Здесь эти правила должны соблюдаться. По правилам Российской Федерации. Этот поворот, посмотрите, гимнастка пошла на поворот, встала на полупальчик, меньше, вот как раз один получилось крутить, но когда гимнастка вытянула ногу, давайте посмотрим, в какой момент приняла гимнастка правильное положение. Вот гимнастка поймала ногу, представляете, только через один оборот, и вытянула ногу ко мне спиной после одного оборота. И дальше у нее пятка пошла на пол, видите, встала на всю стопу до момента целого вращения. И, конечно, здесь поворот не засчитался. Хотя гимнастка показала хороший шпагат, хорошую гибкость продемонстрировала, но этот поворот выполняется на высоком полупальце, и поэтому нужно, конечно же, выдерживать дольше по времени вращения на носке и вообще не опускаться на пятку. Представляю ногу оставаться на носке. Вот здесь, видите, гимнастка развернулась с прыжком и передачей за спиной. Это логичный переход от одного движения к другому, от одного направления в другое. Так, прыжок. Ну что мы здесь видим? Здесь, конечно, очень низко передняя нога. При выполнении прыжка альтернант передняя нога должна лететь высоко в шпагат. Тогда при подъеме задней нога будет чуть-чуть опускаться и получится очень ровное положение шпагата. Здесь мы наблюдаем
Только заднюю ногу, которая находится в достаточной амплитуде, к сожалению, прыжок не засчитывается. Фуэтея. Давайте посмотрим по работе предмета. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Только вот последняя работа пять. Здесь нужно было выполнить вот этот бросок в момент раскрытия ноги. Нога раскрылась и уже бросок. А здесь, смотрите, гимнастка опустила ногу и сделала бросок. И поворот, вот этот пятый, не без работы выполнен. Здесь нужно либо в момент пассе сделать работу какую-то, либо в момент разгибания ноги должна быть работа, но не в момент приставления ноги. Если гимнастка приставила ногу, сделала работу после приставления ноги, то поворот этот не засчитывается. Ну и по исполнению все было сделано неплохо, но смотрите, гимнастка открывает ногу низко. Здесь нога должна быть параллельно полу. По исполнению будет сбавка. И опять, видите, гимнастка повернулась, сделала два шага и пошла на бросок. Музыка динамичная, красивая, танцевальная. Здесь нужно приставить ногу и танцем с плечами, с красивой улыбочкой сделать яркий разворот. Риск. Здесь у нас поворот, валяшка. Этот риск будет засчитан, потому что у нас этой работы не было. Но посмотрите, на мой взгляд, гимнастка чуть-чуть упала. Вот лучше этого не делать. Доделать валяшку и потом уже уйти в положение сидя и поймать обруч лежа. Здесь гимнастка прижала обруч ногой. Я думаю, что будет засчитана эта ловля со сбавкой. Перекат. Перекат должен выполняться во время акробатики. Оп, смотрите, гимнастка поймала предмет, когда еще нога даже не поднялась с пола. Вот, положение сидя. То есть здесь мы видим, сначала был сделан перекат, а потом уже был сделан акробатический элемент. В этом случае судья не может нам засчитать это мастерство. Здесь мы должны, делая перекат, уже вставать на одну ногу, поднимать вторую и ловить предмет, переходя уже в акробатику, чтобы зрительно было видно, что гимнастка выполнила перекат во время колеса или переворота, а не перед ним. Вот здесь, видите, хороший переход. После того, как она закончила переворот, сразу же пошла на разбег в том же самом направлении. Единственное, для меня, если ты пришла с одного угла и сразу идешь туда же, в тот же угол, то немножко идет нарушение вот этого рисунка и красоты упражнения, объема. Лучше изменить направление и вот пойти по прямой. И так, или вперед, или в сторону, но не туда же, чтобы не создавалось впечатление, что гимнастка ходит по одной линии туда-обратно. Вот этот прыжок первый, смотрите, выполнен очень хорошо. Шпагат. Но, к сожалению, я думаю, что не будет засчитан чисто по работе предмета. Потому что сейчас должно быть во время вращения, я знаю, булавы, минимум три. Обруч минимум один, но это должно быть прямо в полете. И здесь мы прям смотрим. Но сомнительно. Я бы оставила какую-то другую работу, либо бросок, либо ловля. Вот здесь бросок на втором прыжке. И либо вращение на шее, потому что когда вращение на другой части тела идет, то здесь достаточно одного вращательного движения. Получилось, что нет шпагата в полете, поэтому второй прыжок точно засчитан не будет. Хороший переход. Здесь у нас идет два мастерства, которые засчитаны. И здесь, смотрите, перекат по спине, который ничего нам не дает, потому что он выполнен отдельно от элемента. Сначала перекат, потом мах, мах и равновесие. Здесь, конечно, надо делать перекат во время первого маха. Вот красивая точка, и здесь, наверное, гимнастка не успела сделать какой-то бросок, потому что приготовила обруч для броска. И, ну, на мой взгляд, не хватило чуть-чуть танцевальности. Я не увидела второй танцевальной дорожки, она должна быть очень яркая, в течение 8 секунд, не прерываясь.
я увидела первую танцевальную дорожку, которая прерывалась, и больше связующих элементов нужно добавить в упражнение, чтобы эта танцевальность была яркой, чтобы по артистике не было сбавок. Девочка очень хорошая, очень гибкая, растянутая, обученная. Видно, что претендует на дорогие элементы. И здесь, конечно же, я бы ей добавила артистизма, чтобы это все соответствовало. Но и, конечно, поработала бы еще над элементами, чтобы они выполнялись четко, чтобы не к чему было прикопаться. И чтобы тогда у судей не оставалось никаких сомнений, чтобы поставить самую высокую оценку. Ту, на которую претендует гимнастка. Всем желаю продуктивных тренировок, понимания, как правильно выполнять упражнения, чтобы все было засчитано. И, конечно, высоких результатов на соревнованиях. Удачи и до новых встреч!